не на что, одна водолазка. Ее надо уже нам постирать туда. Что это поделили тебе, да? Да, кофту, кофту, платьишко дали. Слава Богу. Господь спаси милость. Христос. Слава Богу. Господь заботится о вас. Солнце любви. Пиши, пусть солнце любви. Где мой чувак? Вот он. Воссияет для всех. Солнце любви воссияет для всех. Солнце. А зачем вы записываете? Гимн России. Гимн России. Игнатия Тихоновича. Игнатия Ивановича Лапкина. 2000 год. Пусть солнце любви воссияет. Воссияет. Правильно пишите. Две С. Воссияет. Ой, у меня есть. Два С. Кого? Два С. Усияет, дай меня бить. Андрея били крутили. Дай мне брат. Напишите песню, потом поподробнее. Ну правильно, Васияет, две С написал, для всех. Для всех. Может даже для вас. Солнце усияет, для всех. Да. Пусть солнце любви усияет для всех. Припев. Припев. Не надо. Припев. Тоже а припев. Зачем припев писать? Не надо припев. А почему он такой? Не надо припев. Так, тихо, 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 тихо. Что за разговор у вас? Молча слушаем. Последний куплет. Два. И подожди. Собрались. Последняя прямая финишная. Два, два. Что я всех сделаю? Третий куплет. Паша, разговорчики. Итак. Собрались, это первое слово. Что? Четвертый куплет. Третий. Это третий. Три. Третий. Третий. Смотри, Паш. Не отвлекайся, Кирилл. Кирилл, не отвлекайся. Все, давайте. Ой. Христа воскресение. 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 Да. Что дальше? Что дальше? Скажите, пожалуйста, мне. Над Родиной нашей. Надо. Родиной с большой буквы пишите. Да. А тебя Родина России или не Родина? Нет. Родина. Ты добери, вообще иди отсюда. Не Родина Франция. Наша. Да иди отсюда, не русский. Чемпионова.